В округе утвердили регламент взаимодействия органов власти по противодействию незаконному обороту курительных смесей. Документ важный, несмотря на то, что ситуация с оборотом наркотических средств в регионе остается относительно спокойной. Это во многом обусловлено географическим положением региона. Тем не менее, факторы, влияющие на то, что молодежь подсаживается на наркотики, абсолютно одинаковы для всех регионов. Поэтому профилактическая работа критически необходима, подчеркнул в ходе заседания антинаркотической комиссии губернатор округа Игорь Кошин. Большое внимание в регионе уделяется реабилитации и ресоциализации граждан, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества, а также лиц, освободившихся из мест лишения свободы и алкозависимых жителей региона. На выполнение этой госпрограммы на ближайшие